Старому дворику новое житё. Навученцы Гомельского медицинского колледжа высадили кляновую аллею по интернациональным проездам. За инициативой озеленения дворовой территории в центральном районе Гомеля выступил депутат парламента Олег Леушунов. С пропановой он звернулся до волонтеров Гомельского медколледжа. Молодые люди за хвотой отгукнулись. Раніцей яны вышли у дворик и с энтузиазмом принялись за работу. Настоящий мужчина должен сделать 3 вещи. Дерево я уже сегодня посажу, а останется делом за малым. Новую прописку подчас акции отримали 14 молодых кленов.